Добрый день, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию казахстанскую глину Актобе. По составу она меловая, сухая, воздушная, средней плотности. Хрустит недолго, расслаивается на пластинке. Тает в нежный крем. Это чистая глина, она не скрипит. Покрыта пудрой, пачкает руки. Пыльная. Немного у нее соленый оттенок. Приятная на ощупь. Имеет большую схожесть с мелом. Меловая структура. Вот такая вот интересная глина. Красивая, напудренная. Всем хорошего настроения. Подписываемся, ставим лайк. Всем счастья, здоровья, хорошего настроения.